Всем доброго времени суток! В эфире городского телеканала ЮТВ «Афиша». С вами Юлия Боровикова, и в ближайшее время будем вещать о том, как провести выходные здорово. Как видите, середина лета уже миновала, а ночью мы ни разу не гуляли, так что наверстываем упущенное. Мероприятий на выходные не так много, зато все прекрасные, как, например, выставка на Пушкинской Валерия Газукина, называется «Манифест». Художник искоренил из своего творчества все образы, посвятил всю жизнь изучению света, пространства и цвета, что это отображается в его работах и что передает гармонию и понимание мира художника. В эти выходные в Cinema 5 пройдет детский праздник, на котором гостей будет развлекать свинка Пеппа и фиксики. Будет шоу мыльных пузырей, и помимо этого призы и подарки. Так что будь ты малыш или взрослый, ты точно найдешь себе занятия по интересу. Ну а теперь поговорим о том, что у нас интересненького в кино. Держитесь крепче! Приготовься стрелять! Стреляй, стреляй! «Стар Трек. Бесконечность». События развиваются спустя 2 года после начала 5-летней миссии. Экипаж звездного корабля во главе с капитаном Кирком были атакованы могущественной и опасной волной неизвестных пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя их без всего на новой неизведанной планете, где они оказываются в конфликте с новыми безжалостными врагами. Что интересного, третий фильм перезапущенной франшизы «Звездный путь». И это первый фильм франшизы «Звездный путь», не снятый на 35-миллиметровую пленку. Это первый фильм франшизы, который снимали в основном не в Голливуде, а в Ванкувере. Там в студии были с нуля воссозданы все декорации, включая внутреннее убранство звездолета. Также действие фильма разворачивается через 2,5 года после событий, о которых рассказано в фильме «Стар Трек. Возмездие». Ты правда хочешь туда вернуться, да? Привет. Заходи. Садись. Черт, Бен, без эго в жизни никуда, особенно в этом городе. Меня зовут Бобби. Ваня, зайди на минутку. Картина «Светская жизнь». Режиссеру Вуди Аллену уже 80 лет, но он ежегодно выдает по новому фильму. «Светская жизнь» — это ироничная история молодого парня, который в 30-х годах прошлого века приехал покорять Голливуд. Как известно, сам Вуди Аллен ненавидит светскую жизнь Голливуда. Если не верите, посмотрите фильм «Энни Холл». Поэтому острая сатира по поводу киношной тусовки у него просто зашкаливает. Казалось бы, фильм «Светская жизнь» разбирает по косточкам неприглядное закулисье голливудских будней прошлого века. Кстати, это первый фильм Вуди Аллена за последние 8 лет, прокатом которого не будет заниматься Sony Pictures Classic. Это хорошо или плохо? Когда нет ответа, это тоже ответ. Сократ сказал, неосознанная жизнь не стоит быть прожитой. А вот осознанная и вовсе не подарок. Да? Жизнь — это комедия, сочиненная писателем-садистом. Итак, дорогие друзья, мы рады всех сегодня лицезреть по ту сторону экрана и пригласить 25 июля, в понедельник, в тот самый день, когда вы не будете посещать пляжи или другие увеселительные заведения, а в тот день, когда вы после работы устанете и придете к нам на мероприятие. Ведь 25 июля на Беловке состоится праздник, посвященный 125-летию Scania в мире. Танцевальные шоу-группы, певцы, ведущий праздника. Я? Лотерея с большим количеством подарков. Помимо этого, кстати говоря, для всех счастливых обладателей детей будет детская площадка, Animation Group, то есть пираты, львы. Приглашаем всех попраздновать 125-летие компании Scania в мире. Была Афиша в эфире городского телеканала ЮТВ. С вами была Юлия Боровикова. Увидимся через неделю. Отдыхайте правильно.